теперь меня друзья, конечно, ждут, это не без этого, монголы, друзья монголы. Ну, до Мурена буду ехать я один. Это у нас по километражу получается 400 до Кызыла, 260 до границы, и от границы еще где-то 400-410 километров до города Мурен по бездорожью. Если все сплюсовать, получается чуть больше 1000 километров до точки назначения. Ну, до Мурена самое главное добраться, а там уже как Бог даст. В моих планах две реки, это Мурен и Ур. Ур, речка. Я о ней услышал только сам недавно, может, месяца два тому назад. Там зафиксирован самый крупный таймень среди туристических баз Монголии. В килограммах они не говорят, они в сантиметрах их меряют. Точно не помню, какую мне там цифру называли, вот на Уре. Ну, не знаю, получится на Ур попасть, не получится. Посмотрим по погоде. Погода-то у нас вот здесь вот, вот гора. А в Монголии высота меньше, чем 1200 нету. Так что там все возможно. По погоде посмотрел, что вроде более-менее стабилизируется погода. Ну что, чуть-чуть цепи взял, по снегу проедем. Командировка у меня самостоятельная, сзади прицеп у меня. Thank you.
Джет Экстрим вещает. Монголия, 2017 год. 28 сентября. Сейчас по пути летел. Квадрокоптером управлял. Не попался. Друг. Это камера тоже. И он меня попросил его на квадрокоптер поснимать так же красиво. Так что мы сейчас будем снимать. Я сейчас так. По-монгольски я не умею общаться. Все, подождите, ребята. Заряжу я. Короче, очень сильно хочет на квадрокоптер сняться. Я там его стадо снимал. Так. Надо будет. Ты тогда сейчас на коня сядешь и поедешь. А я? Ага. Yes. И буду тебя снимать. Понял? Yeah. Понял? Сейчас. Вот так мы это на монгольском объясняемся. Жуть, ребята, жуть. Пока одного снимал наездника, еще один подъехал, пришлось двоих снимать. Сейчас. My friend! Как сказать, что потом приеду, не знаю. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Вот такие монголы хорошие люди. Всем советую в Монголию хотя бы раз в жизни съездить. Еду, как заметили, один, полный багажник вещей, еще и плюс прицеп. Опасно, конечно, одному ездить, но я уже человек бывалый, тем более, насколько возможно, я подготовился, конечно, к этой поездке, то есть у меня есть запаски по две штуки. Много запчастей каких есть. Но если даже что-то такое случится, с чем я не смогу справиться, ну, на этот случай у меня есть спутниковый телефон, есть ребята вон в Монголии, в Улан-Баторе и соседние все города и деревни, то есть у меня везде все на контакте. То есть, соответственно, конечно, я просто так бы не поехал, если бы не было бы здесь друзей. Так, чревато. Основная цель этой поездки у меня, это, конечно, я в погоне за крупным тайменем. Хотелось бы свой рекорд побить. Какой мне рекорд, не скажу. Если поймаю, если побью рекорд, тогда скажу, какой у меня был рекорд. Вот хотелось бы в этом году закончить все свои поездки
приграничная зона, ну и плюс там турбазы, на это имение лицензия нужна. Не знаю, вопрос, договорюсь, не договорюсь, но надеюсь, договорюсь, как и везде. Jet Extreme вещает, не прошло и недели, 2 дня ничего не снимал, в Мурене просто находился. Тут надо решать было проблемы. А проблемы какого плана? На это меню в речку не просто так все попасть, надо кучу разрешений. Приграничные зоны, то есть взять у пограничников разрешение. Сегодня только взяли его. Что там, пыли? Ну и что, Йорк? Ну сначала лодку это толкаем туда, да? В частном секторе города Мурена находимся. Йока, мой партнер, приехал по Монголии с Улан-Батора, тоже его сутки ждал. Так выглядит частный сектор города Мурена. У нас по плану вообще что? Сейчас в УАЗик загружаем лодку в мотор, хохоряшки, какие влезут. Все остальное повезу я на своей машине. На 2 машинах поедем. Маршрут тяжеловатый, 190 километров. Так, ребята уже без меня тащат. Йока, что без меня не вытащите? А, Йока? Йока, без меня не вытащите? Ну, мужикам, короче, объясни, что я главный оператор. Мне руки марать нельзя. Монголы веселый народ, хороший, добрый. Да она как влитая пошла туда. А то Иргусь че?
Алексей Владимирович, как всегда, любит халявничать. Вот так пятиметровая лодка с броней влазит в УАЗик, ребят. Ну что, встанет боком? А? Так, это смотри, Йок, и скажи ему, скажи это, чтобы это, по крайней мере, на это сбоку везде эти хуйни там снизу или тому подобное, чтобы эта лодку нам не пробило, как в прошлом году. Ну, здесь более-менее нормально, а там, на той стороне? Там тоже нормально. Там тоже нормально? А когда нас это хватит? Там Йок еще на год. Пустые им будут, они меня не дадут, вахчу. Окей. Тут. Это, кстати, новая лодка. Фрегат Light Jet 480. Спасибо заводу Фрегат. По нашей просьбе они его в красной ткани нам сделали. Они в красной ткани вообще эти модели не исполняются. Но лодка уже побывала на многих речках в этом году. Хороший показатель. Чистота. Ну, на этой речке поснимаем, покажем. Так, теперь мотор, да, мы делаем. Ладно, придется камеру выключать, потому что тут без меня ничего не получится с мотором. Ты сейчас мотор просто отстегивай, я сейчас сам туда залезу, это надо будет его приподнять вместе с этим. Ну что, сейчас, короче, разберемся. Сейчас камеру положим, к сожалению. Не получится. И поснимать, и помочь пыли много. Ну что, у Jet Extreme сборы прошли нормально. Йока вон в национальной одежде у меня попрет. Йока сам в шоке. Короче, это. Впервые. Вон у него это. Апгрейд. Тюнинг. Тюнинг у него. Тюнинговый халат. Adidas, Супермен. Все эти вещи. Это Даймонд, наш друг хороший. Все, мой любимый прицеп. Ну, надеюсь, на неделю без меня остается. Надеюсь, я все-таки прорвусь на речку, на которую планирую. Пока им ничего говорить не буду, загадывать. Как получится все. Речка находится в приграничной зоне, поэтому проблемы кое-какие были здесь. Но все, разрешение получили и на машину, и на себя, и на УАЗик. Разрешение мы все получили. Другой вопрос, чтобы порыбачить нам там дали. И все. И все будет хорошо. Сейчас поедем, 200 литров бензина зальем, УАЗик зальем. И все, в 6 утра подъем в 5 утра. Вперед. Алга. Выбор Jet Extreme. Профессиональная фото- и видеотехника. Бинар. Магазин фототехники.